А зачем вы меня брели? Хороший вопрос. Он совсем юный. Он не ребенок. Ему 27 лет. Что вы сделали? Вагинопластика. Послушай внимательно, что я скажу, Висента. Как ты заметил, операция прошла успешно, но ткани, образующие вагину, могут слипнуться. Мы это предотвратим. Ты должен держать открытым новое отверстие. Твоя жизнь зависит от этой дырки. Ты как бы дышишь через нее. Я могу идти? Куда? К себе домой. Но мы только начали. Почему вы делаете это? Я отец Нормы, которую ты изнасиловал. В тот вечер я выпил кучу таблеток, и я помню все очень смутно. А я ничего не пил. Я навсегда это запомнил. Что вы будете делать?